открывает мероприятие гимн Российской Федерации. Этому дню предшествовали месяцы упорных тренировок и напряженных сражений. А когда речь идет о детях, то все это увеличивается вдвое. Объединила юных игроков детская любительская футбольная лига, за которую они и играли весь сезон. Хотел бы поблагодарить всех вас, то, что вы приняли участие в нашей лиге. Поблагодарить отдельно тренеров за то, что они все-таки выбрали нашу лигу, так как мы знаем, что много лиг разных. Вот. Но это был первый все-таки год нашей лиги. Вот мы, конечно, будем работать над, скажем так, улучшением. Молоды, но не зеленые. Будучи созданными лишь в этом году и отработав только первый сезон, уже можно с уверенностью сказать, детский любительский футбольный клуб – один из лучших клубов в своем сегменте. 4 возрастные группы, в каждой по 9 команд. 2 тренировочных поля, одно в Москве, другое в совхозе имени Ленина. Участников пока не так много, как хотелось бы организаторам, но они видят большой потенциал развития. Отлично начали, очень эмоционально, классно, детям нравится, родители довольны. Вот, есть перспектива развития дальнейшего. Вот, будет формироваться детская сборная в течение следующего сезона, которая будет выступать на международной арене. Также будут проводить турниры, связанные с международными уровнями, потому что любительский уровень, он дает возможности ограниченные больше, чем профессиональный клуб. Поэтому мы работаем для того, чтобы в каждом районе и округе Москвы была детская лига, которая бы развивалась. Одна за одной на сцену выходят команды-победители, чтобы получить заслуженные медали и кубки. Но все эти результаты были бы невозможны без высокопрофессионального тренерского состава, который, стоит отметить, у детской любительской футбольной лиги подобрался весомый. Награждаются представители футбольного клуба «Пирани», футбольного клуба «Фора». Именно эти люди отвечают не только за свои команды, но и контролируют процесс проведения матчей непосредственно на полях. Были среди награжденных и отдельные игроки. Внимание судей привлекла 9-летняя Карина Григорянц. Она стала лучшим защитником года. Познакомившись с футболом во дворе, сейчас девочка ставит перед собой цель – в будущем попасть в профессиональную команду. Я хочу стать самым лучшим игроком и хочу играть в ЦСКА. Сезон не прошел впустую и для команды совхоза имени Ленина «Пираньи», которая была представлена в 3 возрастных группах, в 2 из них заняла призовые места. Детишки 9-10 года рождения у нас стали бронзовыми призерами лиги, а дети 5-6 года рождения стали у нас серебряными призерами в своей возрастной категории. Я бы дал положительную оценку, если бы мы были везде первые, вопросов нет. Есть куда стремиться, есть над чем работать. Мы хотим быть первыми в любом случае, да, то есть это нормальные амбиции, человеческие, детские, неважно, взрослые. Впереди ребят ждет небольшой отдых, а 2 декабря у юных спортсменов начнется новый сезон, который продлится до марта. И руководство детского любительского футбольного клуба предполагает, что он будет еще более насыщенным. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.